Всем привет! Сегодня с вами я, Даша. Не обращайте внимания на звуки. И мой брат Илья вот он. По его просьбе я вам покажу обзор на его любимый конструктор Lego Spec Series версии 513. Как вы видите, почему-то китайская. 6+. Вот так все это выглядит. Вот это все. Вот как-то так, вот эти человечки, понимаю смысл, почему они любят играть. Итак, вот так все это, в принципе, выглядит. И показываем теперь вам сам конструкт. Вот, вот какие есть еще приготовления для, чтобы для этого набора. Такая база, вот такая база и такая база. Итак, давайте перейдем к инструкции. Как вы видите, она такая же, как и коробка. Так, тут сборка. В принципе, там только сборка. Да. Так, переходим к самому конструктору. Здесь я вам сейчас покажу обзор на всех чубриков. Ну, будем называть их чубрики, там эти человечки. А вот на такую вот фигню. Это ракета. Ракета. И это для космонавтов специальная крутилка. Такая. Тренажер. И как бы база, чтобы управлять всеми этими штуками. Там машинка и вот такой. Извините. Итак, давайте перейдем к нашему человечку. Вот так, вот этом. Что? Это у нас профессор. Как вы видите, профессор. Бачка. Так, у него сзади никаких пропечаток нету. Перейдем к следующему человечку. Это у нас космонавт. Да, вот такое у него лицо. Волосы красные, глаза черные, трубы черные. Отпечатки у него с одной стороны, как и остальных. Вот. Человечек. Генератор, который да. Разговаривает с всеми. Генератор. У него лицо есть, на нем очки и такой значок, что он служит в космической академии. Сзади никаких печаток нет, как вы видите. Перейдем к следующему чубрику. Это как бы тоже как генератор. Да, как наш вот этот генератор. Да. У него такая же отпечатка, лицо только есть борода. Другое, да. Сзади ничего нет. Так, перейдем к вещам. Лучше вещи. Да. Чтоб мы пока что не все вещи показали. Итак, вот все вещи. Это замазка, вот это рация, как вы видите, лупа, как бы ключ гаечный, отвертка, дрель. Ну вот. И все. Ну да. Ну и все. Такие вот газовые баллончики. Да. Ракета. Вот. Как вы видите. Да, вот, вот такая вот ракетница. Ракета. Ну вот. Вот смотрите. База. Вот. Ну, тут у нас один рычажок, вот там компьютер, значок. И перейдем к нашей базе. Вот здесь там внутри такое специальное управление. Сейчас я вам покажу, как вот это полностью выглядит. В принципе, вот, как вы видите, тут два компьютера. Такой вот. Да. Да, питается. Это. Ну и как бы все на этом наше видео окончилось.